В здоровом теле здоровый дух – девиз оздоровительно-культурного центра «Сатори». Карате там занимаются более 100 человек. Тренировки проходят 3 раза в неделю и продолжаются по 2 часа. На днях в оздоровительном центре прошло специальное занятие. Под руководством тренера дети и взрослые, несмотря на 20-градусный мороз, вышли на улицу и обливались холодной водой. Такие тренировки являются хорошей традицией и укрепляют не только организм, но и внутренний дух. Через карате они учатся учиться. Это самая главная способность. То есть они наконец-то могут учиться хоть чему. Наши дети очень способные. После карате становятся, то есть их неестественные способности, я считаю, что все дети талантливые. Просто нужно это все раскрывать. У нас у всех таланты.